Аллилуйя. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Друзья, братья, сестры, ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Приветствую всех с Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Мир вам! Аллилуйя! Слава Богу за воду. Вот. И, братья и сестры, благословляю всех вас во имя Господня. Этот эфир сегодняшний вечерний эфир, я назвал «Навстречу Пасхе». «Навстречу Пасхе». Уже вечереет, завершается пятая Ниссана, сегодня начало нового дня, уже шестого Ниссана. Да, добрый день, как поживает ваша семья? Слава Богу, хорошо, живы, здоровы, вот, правда, уже соскучились мы, вот, и они по мне скучают, и я скучаю по своей семье, вот, пока не можем, к сожалению, быть так вот вместе, вот, но слава Богу за интернет, слава Богу за вот то, что мессенджеры, скайп, мессенджеры там, что можем так вот мы хотя бы общаться, видеть друг друга можем. Слава Богу, то, что казалось фантастикой когда-то в юности, сегодня это реальность. И даже находясь в разных странах, за тысячу километров, мы все равно можем видеть друг друга, вот, и общаться. Конечно, это не заменит, ни в коем разе не заменит живых объятий, живых общений. Вот, молюсь об устройстве. Вот, и тоже помолитесь, друзья, хорошо, вот, помолитесь за устройство сейчас, тоже и с жильем, и всем необходимым, чтобы нам быть вместе. Вот, и сейчас я здесь в Украине, в Киеве, вот, и уже долго, уже больше двух месяцев нахожусь в Украине. Вот, в Киеве в основном, во Львове был, в Кривом Роге вот был недавно. То есть служу здесь вот в Украине. Вот, и уже в конце месяца, апреля месяца, да, я имею в виду солнечный календарь, гражданский календарь, в конце апреля или начало мая я уже должен буду быть в России, потому что больше трех месяцев находиться на территории Украины невозможно гражданам России. Хотя, в принципе, как бы можно хлопотать, наверное, вот, мне как украинскому священнослужителю, в общем-то, я думаю, не откажут. Но больше трех месяцев это как божество, и даже и мне слишком это много уже, честно говоря, вот, для пребывания вдалеке от семьи. Вот, но, слава Богу, надеюсь, мои уже подключились. Моя семья подключилась уже. Маякните тоже. Вот, или на мессенджер, вот, или здесь прям. Вот, тоже благословляю супругу свою, драгоценную мою, Инночку, Инну Сергеевну. Благословляю детей наших, зятя нашего, внуков наших, слава Богу, котов наших, всех наших, короче, благословляю. Вот, когда не имеют возможности подключаться, то моя семья смотрит меня уже тогда, уже в записи, уже тогда. Вот, так что, если вы сейчас онлайн, то прям онлайн примите благословение. Если нет, то тогда уже в записи. Люблю, благословляю во имя Господне. Аллилуйя. Вот, и... Друзья, да, эти дни я здесь, в Украине, молюсь о духовном пробуждении страны, с которой моя судьба тесно связана, переплелась с того самого 1997 года, когда я впервые приехал в Украину. Вот, и я россиянин сам, родился и вырос в России,
Вот, я гражданин России, но вот Украина стала моей второй родиной, где вот как реформатор я тружусь, как обновленец, реформатор. Вот, и являюсь украинским священнослужителем, и очень рад этому призванию от Господа, слава Богу. Вот, и несколько лет мы жили, значит, здесь, в Украине, в Киеве, мы жили всей семьей с 97-го, с 98-го даже, я перевез уже семью, получается, в 98-м начале. Вот, до 2004 года мы жили в Украине, вот, как миссионеры, вот, иностранные миссионеры на территории Украины трудились. Вот, от Сент-Джеймс Колледж, значит, колледж Святого Якова, вот, для нас, как для граждан России, был сделан такой документ для работы как иностранный миссионер на территории Украины. Вот, религийная деятельность, преподавательская там и религиозная деятельность на территории Украины. Вот, а в 2004 году мы вернулись снова в Россию, но, хотя вернулись мы в Россию, но я каждый год и не раз в год я приезжаю в Украину с того самого 2004 года, приезжаю вот по там 2-3 раза, там 4 даже бывало раза, то есть, ну, так вот на месяц, на два там, то есть на длительное время даже вот такое, вот как вот сейчас, допустим, 2 месяца уже здесь в Украине. Вот, и благодарю Бога за служение, молюсь о наших странах, молюсь о прекращении всякого рода войны, и в первую очередь информационной войны, да и на поле битвы тоже. Вообще, чтобы ни кровь, ни слезы не лились, чтобы мирились народы, чтобы действительно Господь совершал чудеса в наших народах. И, знаете ли, мы связаны были многовековой такой историей греха, проклятий, беззаконий. И, знаете ли, конечно, это печально тоже, что много было горечи в истории, много было проблем, но верю в исход, верю в реформацию, обновление, слава Богу. И в первую очередь, конечно, мое слово к верующим христианам, потому что молимся действительно за наши страны. Вчера была молитва за Израиль у нас, потому что вчера, 9 апреля, да, в этом году выборы были в Израиле. Вот, я поздравляю паки и паки, как говорится, снова и снова Биби поздравляю, Бенджамина Нетаньяху. Поздравляю Лихуд, поздравляю всех братьев, сестер. Молились мы за Нетаньяху. Я молился лично за него, молился за, значит, как главу страны, да, значит, за всех, кто идет в Кнессет, молился за всех кандидатов. Вот, а наипаче, конечно, за тех, кто, вот, скажу так, ну, порядочен и честен. Вот, там много людей порядочных, честных, слава Богу, но вот молюсь как раз, да, Ликуд и Биби победили, он хороший премьер, да, мне тоже очень нравится, как премьер Биби, и я молюсь, чтобы и в наших странах были такие руководители мудрые и, знаете ли, честные, порядочные люди, вот, и в Украине здесь, и у нас в России, и в других странах. К сожалению, на территории постсоветского пространства порядочность и честность в политическом таком, как бы, мире пока это, ну, неизвестные понятия, к сожалению. Или, точнее сказать, мало, очень ничтожно малоизвестное понятие. Вот, поэтому молюсь о том, чтобы действительно ситуация поменялась. Вот, и, конечно, в первую очередь здесь зависит от верующих. Наша молитва, вот, и молитва за страны, за все народы. Слава Господу! И я очень Богу благодарен, что здесь молитва в России, к сожалению, сейчас приостановилась, вот, и застопорилась, к сожалению. Но здесь, в Украине, я вижу, что молитва очень такая активизируется. Она, молитвенные майданы, молитвенные вот эти вот вечи, молитвенные вот эти межцерковные рады, что она, они молитвы межконфессиональные, межденоминационные. Вот, это так не хватает сегодня в России, это так не хватает сегодня в других странах бывшего вот этого атеистического, безбожного, мне нравится по-русски больше. По-гречески тоже хорошо звучит, атеистического, но по-русски проще, безбожного, Советского Союза. Вот, и благодарю Бога Всемогущего за действительно то, что Он объединяет нас в молитвах, молитвах наших верующих разных конфессий, разных деноминаций.
Вот, и одна из таких точек соприкосновений верующих разных традиций, разных конфессий, разных деноминаций, это как раз вот Божье Слово, это Божьи праздники, это вот то, как сказал бы Блажен Августин, как он и говорил, в общем-то, Блажен Августин, что, значит, в главном у нас должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь. Во всем Божья, божественная любовь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за добрый вечер. Благослови, Боже, завершение этого дня, еще одного дня. Боже, благослови, Господь, и начало, освети, благослови, начало нового дня уже. Аминь. Да, друзья, начинается новый день уже, этот день уже завершается, начинается новый день, как написано в Библии, и был вечер, и было утро, день там, следующий. Вот, и, конечно, в гражданском нашем календаре, значит, как сказать, ну, с полуночи до полуночи, да, сутки там отмеряются, вот, но в библейском календаре с вечера до вечера. Вот солнце зайдет, да, значит, и мы говорим, вот наступил новый день. Вот, и был вечер, да, вечер, ночь, утро, день, вечер. Вот с вечера до вечера продолжаются такие библейские сутки. Вот, слава Богу Всемогущему. Вот, а навстречу Пасхи, на самом деле Пасха уже не за горами. Вот, сегодня... Вечером 10 апреля 2019 года начинается новый день, уже 6 число начинается. Вот последние часы, последние минуты, будем так говорить точнее, значит, 5-го, значит, Нисана. И скоро-скоро уже начнется 6 число месяца Нисан. Да, а уже 14-го Нисана полнолуние, Пасха. В этом году 14 Нисана выпадает на 19 апреля. Так что 19 апреля будем праздновать. Будем праздновать. Да, вот я себе даже отметил здесь в календаре, вот, в книжке. Вот, да, 19. Аллилуйя. Это будет пятница у нас. 19 апреля. Да, это будет 14 Нисана. Да, друзья, остается чуть больше недели, шутка ли, да? Запасайтесь мацой, друзья, остается, да, чуть больше недели. Я обычно в новости здесь закупаюсь мацой и в синагоге тоже. В Киеве нет проблем вообще, в Киеве, в магазинах во всех там. Вот разные пресные такие хлебушки продаются. Вот польская маца в основном в магазинах продается. Вот, значит, но можно и прям вот непосредственно с Израилем мацу купить в синагоге, пожалуйста. Вот, в эти дни, пожалуйста, можете заехать. Если вы в Киеве, допустим, в синагогу Бродского, вот рекомендую. Там, значит, это кормница большая, значит, там и, как бы, пожалуйста, можно закупиться мацой уже. Вот, или же в вашем городе найдите синагогу, свяжитесь, вот, и закупите побольше мацы себе, вот, впрок. Чтобы вам хватило на всю неделю опресночную, на ваше семейство. Ну, так, обычно больше, меньше, так, по коробке на человека мы там, как бы, так ориентируемся. Вот, ну это по минимуму так, в общем-то, если по минимуму, а так больше, конечно, закупаемся мацой, там целые большие сумки закупаем мацой. Вот, и, значит, да, вот, и потому что с мацой мы все едим всю неделю пасхальную, вот, да. Да, и в этом году, получается, да, 14-е Нисана, полнолуние выпадает на, значит, да, 19 число. Вот у меня здесь хлебушек, допустим, вот рижский хлеб у меня, вот квасный, это квасный хлеб. Вот квасный хлеб, все, последние деньки, последнюю недельку доедаем квасные хлебы, дрожжевое все. И потом по традиции, что мы от всего, что осталось, там избавляемся. Вот, и, значит, все, переходим уже на, начиная с пасхальной ночи святой, да, переходим уже на хлеб бедности, на мацу,
бесквасную, аллилуйя, бесквасный хлебушек, аллилуйя. Да, есть разница между квасным и бесквасным. Вот, остается немного дней, я думаю, что по вечерам буду говорить об этом. Вот, завтра, даст Бог, более подробно, как раз уже прям с иллюстрацией, с мацой, с этой непосредственно. Может, даже какие-то рецепты дам, значит, да. Вот, а читаю сейчас 1 Коринфянам, 5 глава, вот то, что я опубликовал в этой трансляции наверху. 5 глава, 7 стихом написано: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо, спасибо, спасибо! Пасха наша, Христос, заклан за нас! Я благодарен Богу Всемогущему за великое чудо Пасхи. За великое чудо Пасхи. Вот, и Пасха, вот, по-человечески невозможно. Вот, вот хлебушек, вот, вот этот самый рижский сегодня купил как раз, вот, да. Вот, значит, вот как можно из дрожжевого теста сделать бесквасное, пресное? Да невозможно. Вот как ни крути, как ни старайся, это невозможно. Потому что это уже хлеб уже квасный. Вот. Ну, представьте, допустим, если вот, ну не знаю, ну вот хозяйка замесила тесто, да, и оно уже поднялось, уже дрожжевое тесто. Вот там, допустим, хозяин сказал, вот муж говорит, значит, вот, ну, сделай пирожков, дорогая. Вот, значит, ну, и она, как бы, хозяйка, раз там, допустим, раз замесила тесто, тесто уже, уже бурлит, уже все, уже, уже крышка поднимается ходуном. Уже пора тесто, значит, делать, ну, и пирожки лепить уже, все. И вот, и вдруг хозяин говорит: извини, дорогая, не хочу пресного, не хочу дрожжевого теста никакого вообще сегодня. Вообще хочу пресное, спеки мне пресные лепешки какие-нибудь. Или там что-то из пресного теста сделай. Она говорит: хорошо, я замешу новое тесто, уже пресное, потому что это же дрожжевое. А он говорит: не-не-не-не-не, вот сделай мне так, что вот, вот очисти эту закваску, вот сделай это тесто, теперь сделай пресным. О. Знаете ли, здесь у любой хозяйки терпение лопнет, но это невозможная задача вообще, это просто невозможно. Там даже там злая мачеха издевалась над Золушкой, читаем, там в шоке, там, как бы, как она издевалась над ней, но даже злой мачехе ей в ум не приходило подобное безрассудство. Как это? Как очистить старую закваску? Как очистить закваску? Как удалить закваску, значит, из теста? Да невозможно. Уже все прошло уже. Вот фильмы были, да, вот кто смотрел там по Discovery, где-то еще там, интересно, как бы под, снято под этим микроскопом, значит, такой, как это называется? Ну, короче, сняли под микроскопом, как действие закваски этой, действие этой, ну, дрожжей там, закваски всего. Вот, значит, и... под электронным микроскопом, о, электронным микроскопом. Вот, значит, и чтобы все можно было разглядеть на таком мельчайшем-мельчайшем уровне. Вот, и удивительно получилось кино, да. Вот, действие этой закваски, это на самом деле, она просто все реально меняет. Структура сама меняется, вообще все меняется. И удалить обратный процесс включить невозможно, все. Если закваска уже пошла уже действовать, все, она уже как бы все всквасила. Вот, и одна из старых таких притч, да, ну, старинных, самого Иисуса Христа, короче, притчу вспоминаю сейчас я. Притча про женщину, которая взяла закваску, ну, как бы по-нашему дрожжи, допустим, да? Раньше не было дрожжей, это было, ну, просто закваска. То есть, это как бы то, что уже переквасилось, перекисло уже, вот это бросали, значит, в тесто, и все, значит, подвергалось брожению такому уже закваске. Вот, и женщина взяла закваски и бросила в 3 меры муки. Кто ее просил, а? Вот. И что произошло? Все вскисло. Все 3 меры муки вскисли. Вот. И, конечно, некоторые проповедники, да и многие, пытаются из этого что-то хорошее извлечь, из этой притчи. Вот. Хотя, на самом деле, эта притча, она плохая. Вот. Она о плохом.
Эта притча негативная. О царстве своем, о царстве небесном Господь говорил больше плохого, нежели хорошего-то. То есть, как бы, мало было позитива, больше было, как бы, такого негатива, честно говоря-то, да? Вот, он говорил, что не только там хорошее посеяно, вначале, конечно, хорошее там, да, начали за здравие, окончили за упокой, как говорится. Значит, на огороде Царства Божьего там хорошее посеяно было, но проспали стражники, да, значит, охранники, да, которые должны были следить за порядочком. Вот, пришел враг, посеял сорняки, плевелы, вот так вот. Так что Иисус говорил, что да, в Царстве Небесном, да, не только будут хорошие зерна прорастать, но и много сорняка будет тоже, да. И он говорил о Царстве Своем тоже, там много остального там негативного, что не вот Царство Божьего, сети, да, они вытащат из воды не только там хорошую рыбку, но и много негодной. Ну, правда, предупреждал, что потом будет перебор, ну, все будут пересматривать, конечно, безусловно, да, это так, но факт остается фактом, да, действительно. Вот, но самая, конечно, такая горькая притча о Царстве Небесном, это как раз и о Его Царстве, о Церкви Божьей. Это то, что закваска стала действовать. Закваска, он предупреждал, да, чтобы люди береглись этой закваски фарисейской, саддукейской, иродова. Вот, в такой еврейской системе, библейской системе толкований самой Библии, закваска ничего хорошего не может означать просто-напросто, абсолютно. Вот, поэтому при всем уважении к тем проповедникам, что пытаются, как бы, от обратного, как бы, проповедуя, как хороший пример это привести, на самом деле, значит, это пример негативный. И он повод не для гордости, а повод для смирения и покаяния, вот, Царства Божьего. Для народа Божьего эта притча как раз призыв к покаянию, а не повод там гордыни и превозношения. Как раз от этого Господь и предупреждал нас. Вот так вот. И здесь говорится очистить закваску. Вот. А, кстати, вот я хочу прочесть. Это же я здесь выложил себе, значит, сейчас, значит, цитаты из Библии. Вот в этой программе открыл. Вот. Так вот. Ага. Угу. Еще раз прочитаем. 7-8 стихи, 5 глава. В контексте, это вообще интересно звучит очень даже, потому что в контексте этой главы говорится о крайнем таком разврате, который царил в Первоапостольской церкви. Обычно верующим свойственно, ну, как бы, ну, как сказать, идеализировать вот тех ранних христиан, вот ту первую церковь. Вот. Но Библия нас учит не идеализировать, а смотреть реально фактом в глаза. Вот. А факты говорят сами за себя, что грешники, они и в Африке грешники. И что, значит, человек, он всегда человек. И 2000 лет назад такие же страсти бушевали, что и сейчас. Вот. И бардак и тогда в первой церкви творился тоже не меньше, чем сейчас, а порой даже еще и похудше. Вот. Не во всяких церквях подобные мерзости совершаются, как и вот здесь вот совершались у первых христиан. Вот, значит, это о чем говорит? О том, что мы должны быть внимательным, значит, к себе, значит, внимательным к своему служению Господу, внимательным, значит, к своему христианству. И вот, я читаю первое, значит, так, Коринфянам, 5 глава, 7-8 стихи. Вот, читаю именно вот эти два стиха. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Аминь. И вот дальше, обратите ваше внимание, 8 стих. «Посему станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вот то блудодеяние и вообще вот эти грехи описанные, значит, да, творившиеся, вот эти безобразия форменные, творившиеся в Первоапостольской церкви, Павел сравнивает вот с этой закваской, которая квасит все. Вот закваска порока лукавства, закваска греха. Закваска греха. Вот то есть, если верующие становятся терпимыми, ну, в плохом смысле этого слова, значит, да, именно терпимыми ко греху, имею в виду, терпимыми ко греху, то к беззаконию, то тогда, ой-ой-ой, тогда беда. Павел сравнивает это с действием закваски. Тогда, упаси Господь, тогда
споры вот этой закваски, они начнут распространяться. И тогда действительно вот все тело будет Христа в этих метастазах греха. Вот, это убийственная вещь, это страшная вещь. Вот, поэтому написано: «Извергните развращенного из среды вас». В конце этой главы, я имею в виду, написано, 5 главы 1 Коринфянам. Вот, и, то есть, верующие должны быть внимательны к самому себе, к самим себе, и также к братьям, сестрам, друг друга поддерживать. Не говорить: «Моя хата с краю, ничего не знаю, что там у него творится, там, значит, там, что у них там происходит в их семье, там, у других там верующих, меня не касается». Не говорите так, пожалуйста. Если вы думаете, что вы сами спасетесь, значит, а на тех наплевать, то и ваше спасение, оно под большим вопросом. Потому что приходят это споры греха, они распространяются. Тогда уже, ну как сказать, тогда уже вот как бы иммунитет тела Иисуса Христа, он просто падает на ноль. Просто реально он пропадает. Тогда действие греха повсеместно происходит. И тогда даже те, кто должны были бодрствовать, они тоже подвержены тогда действию этого греха. Вот, и у кого-то проявляется грех там, значит, там, в блуде, как здесь вот в этой пятой главе написано, у кого-то там, значит, там, в воровстве, да, значит, у кого-то там в непочтении к старшим, там, ну, по-всякому. То есть, вот все, весь спектр греха, он как бы проявляется. Просто в чьей-то душе, вот, как бы, одно прорастает, другое, как, допустим, вот, земля, поля мы едем, да, полями едем. Если поля, допустим, они там не засеяны ничем, да, вот отдыхают поля, да, этим летом, к примеру, вот, то вы обратили внимание, да, что где-то, допустим, там, значит, там васильки больше, васильков растет, где-то там других сорных всяких трав и цветов растет. Почему? Их специально не сажали. Просто когда действие тепла и воды, значит, солнышко пригрело, дождиком полило, то те семена, которые там вот находятся, в этом участке почвы, то они и то они и поднимаются, будем так говорить. То есть они начинают прорастать и потом колосятся. Вот. То же самое с душами людскими. В какой-то душе больше семян набросано, там, допустим, корыстолюбие, да, жадности, значит, да, значит, в какой-то душе больше там гнева какого-то, там, да, в третьей душе там больше зависти, осуждения семян. Вот, и когда нет соответствующих благоприятно для греха условий, то тогда эти семена, они в основном спят, значит, как бы, значит, иногда что-то проявляется. Вот, но если вот этот как бы духовный иммунитет Божий, он как бы пропадает верующим, и благоприятная для греха среда возникает, то тогда вот все вот эти споры греха, все эти семена посажены, да, они просто начинают взращиваются, поднимаются, произрастают. Вот, это как, допустим, в пустыне, да, кто бывал в пустыне, те знают, допустим, даже в тундре, тоже я в тундре был впечатлен очень сильно, там мерзлота, казалось бы, какая там жизнь, но, значит, солнышко пригрело, весна красна, и все зацвело. Или в пустыне, раз дождик прошел, если в пустыне, там все расцветает. Почему? Потому что там, значит, семена уже есть, эти вот семена определенные. Вот, и когда мы становимся вот такими бесхребетными верующими, терпимо ко греху, то тогда, значит, это все произрастает, тогда все это вот, ну, заражаем друг друга будем, это как эпидемия, можно сравнить с эпидемией. Действие закваски можно сравнить с такой эпидемией. Эпидемия греха – это страшная вещь. Эпидемиолог, врач наш один, это сам Иисус Христос, он может любую эпидемию остановить. Вот, и любая эпидемия останавливается греха именно нашим врачом, Господом Иисусом Христом, когда мы взираем на Него, на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот, и закваска удаляется. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Вот так вот, друзья, братья и сестры, такое короткое видео, видеотрансляцию я сегодня сделал, но на встречу Пасхи до 19 апреля продолжу вот эти подключения. Остается чуть больше недели до Пасхи. Напоминаю, что 19 апреля, 14 Нисана, вот тот самый святой день, когда Бог
3331 год тому назад вывел ополчение свои из земли египетской, из дома рабства, и сказал, что «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из рабства». Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя. Да, 1 Ниссана мы отметили 3331 годовщину нашего календаря. Потому что ведем исчисление лет от создания мира, конечно, это само собой, разумеется. Ну как же иначе, от нашего пращура, от нашего прабатюшки нашего, праотца Адама и праматушки нашей Евы. На дворе 5779,5 год. Вот. Но также по просьбе самого Всевышнего Бога, нашего Небесного Благого Отца, мы ведем исчисление лет и исчисление месяцев года также. Вот, ведем от месяца Ниссан, от нашего исхода. Вот, поэтому, если считать от исхода, то первый месяц на дворе 3331 года от нашего исхода. 3331 года от нашего исхода для Божьего народа. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Вот, и в эти дни, вот вам остается 9 дней. Вот, не затягивайте с этим, загляните на днях в супермаркеты, значит, на полке, где маца продается, скупайте мацу, вот, сметайте ее, вот, значит, заезжайте в синагоги, вот, узнавайте, когда в вашей местности, в вашем городе работает синагога, любая еврейская синагога, там ортодоксальный иудаизм, либеральный иудаизм, хасидская. Я заезжаю в любую синагогу. Шалом, закупаюсь мацой и вот также и виноградным соком. Ну, у меня здесь, значит, еще есть криворожский сок виноградный, но я, скорее всего, закуплюсь, даст Бог, раскошелюсь и израильский. Хочу именно израильский сок купить еще. Вот так вот. Но, конечно, Пасха – это не качество хлеба или вина, а качество нашей веры. Ну, а последнюю недельку, чуть больше недели остается, да, мы едим еще квасный хлеб. Квасный хлеб. Вот у меня здесь вот такой. Криворожский еще. Очень вкусно, кстати, пахнет криворожский хлеб. Молодцы, очень вкусно пекут. Но это уже последние деньки для квасного хлеба. Скоро все. Скажем нет закваски. Но пока мы едим ее. Вот. И накануне уже... Ну, мы сделаем, наверное, даже такое служение, такое 18 числа, да, мы сделаем 18, получается, апреля, 13 Ниссана, да, мы даже сделаем так, что, значит, все уже соберем, оставшиеся кусочки, все шматочки квасного, и спалим это, вот, или же там по старой еврейской традиции к берегу реки, вот, ну, можно к Днепру сходить, в принципе, вот, значит, и все это вытрусить. Интересный обычай такой. Но дело, конечно, можно разных обычаев держаться, но самое главное, это очень поучительная такая вещь, очень поучительное служение, потому что это целое служение, потому что даже огонь зажигаем специально, хотя это светло, допустим, да, мы в светлое время суток обычно собираем все эти ошметки, все эти крошечки всякие, там эти корочки, значит, да, значит, заначки всякие, там эти хлебушка квасного, но зажигаем свет специально, чтобы как вот днем с огнем ищем все квасное. Вот, и потом, да, всю неделю хрустим мацой во славу Господа. Зная, что наша Пасха, Христос, заклан за нас, что Бог нас видит бесквасными. И чудо вот такого удивительного очищения от всякой закваски совершается через кровь Господа Машиаха. Аллилуйя! Через Господа Иисуса Христа. Вот так вот, друзья. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Так что Бог может из кулича нашей греховности сделать мацу своей праведности, святости своей. Только доверься Ему. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь Вселенной. Аминь. Вот. А вечером сегодня я благодарен Богу за жизнь. Вкушаю хлеба, рассуждаю о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот, и благодарю Бога за все. Аминь.
Вот, утром подключайтесь, друзья. Да, уже вечереет, уже наступает новый день. Вот, время уже остается совсем ничего. Вот, утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь к трансляции с утренней молитвы. Совершим хлебопреломление вместе, причастие, Евхаристию совершим вместе, давайте. Вот, а сегодня вечером вот поразмышляйте, помолитесь и причащайтесь вместе. Вот, с вашими женами, детьми, внуками, внучками, вот, и в кругу семей, или один на один с Господом, вот, преломляйте хлеб, вот, и размышляйте о великом спасении через кровь Спасителя Машиаха, Христа Иисуса Иешуа. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благословляю вас во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Аллилуйя! Да, вечер 10 апреля 2019 года. Ну и в библейском исчислении, последняя минута, сейчас скоро начнется уже, 6 число месяца Нисан, или же Авив, 3331 года от нашего исхода. Ну, а от сотворения мира 5779-го. Божьей милостью и благодатью. Мир всем, шалом, благословляю всех вас. Аллилуйя.